бы. И очень надеюсь, что игроки всего этого не читали. Иначе есть шанс перегореть еще до начала поединка. Тут может что-то получиться. Ибрагимович. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Джака. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Передача назад на голкипера. Тянут время, стадион свистит. Ба. Пока неплохо. И пробил. Очень неточно. Даже заострять внимание не хочется. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду. Это может быть опасно. И пошла передача. И прерывает защитник эту передачу. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Бендер. Пас назад. Что же, иногда и так приходится играть. Ку-ку. Чужие ворота в другой стороне. И как пробил. Гол! 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 Чуть меньше 15 минут понадобилось команде, чтобы огорчить соперника. Иванович. Ибрагимович. Адурис Субельди. Пирло. Отличная передача. Ба. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Штрафной удар. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Выцеливал этим навесом партнера, но защитник хорошо играет. Мяч уходит на угловой. Спасает он свою команду. Вратарь может спать спокойно. Превосходная работа защиты. Удар! Опасно! Сейф, но атака продолжается. Как защитник сыграл! Браво! Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Ибрагимович. Джака. Рамос. Джака. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Может получиться интересная атака. Отобран мяч, надо возвращаться. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. И вратарь забирает эту мяч. Ибрагимович. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз.
Это может быть... Решил пробить. У богатых, как говорится, свои причуды. Пока выигрывает команда, такие вот промахи можно даже в коллекцию собирать. А начнут проигрывать, тут тебе все и припомнят. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Фернандес Аренас. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Удар головой. Вступает в игру вратарь. Все под контролем. Вот так и нужно. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперник. Джерард. Пирло. Пока неплохо. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Ничего хорошего. Уходит. Еще 45 минут футбола на Энфилде. Поехали. Фернандес Аренас. Тут защита справляется с потерей мяча. Джерард. Это может быть опасно. Обыграл как дерево. Неплохой мог получиться навес, если бы не защита. Ба. Ну, теперь все зависит от того, как он подаст этот мяч. И все-таки атака захлебывается. Аут. Джером. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Не стал давать свисток арбитр, прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Посмотрим за этой атакой. Удар! Опасно! Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Ну и за боковой мяч теперь будет введен в игру. Верховая борьба, аут. Отлично сыграно, надо решать. Красиво сыграно, как эффектно. Угловой, и это шанс упрочить преимущество. Рамос. Тут защитник очень четко разобрался с этим навесом и не дал развиться атаке. Попытка обострить игру. Может получиться интересная атака. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой.
Пошли последние полчаса игры. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Можно играть дальше, считает арбитр. Ба. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Очень своевременный перехват. Нельзя было давать пройти этому пасу. Пол команды обыграл. Ничего себе. Давай, решай. Ба. Надо забивать и гол. Надежда, конечно, умирает последней, но, судя по табло, надежда уступающей команды уже находится в состоянии клинической смерти. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. И пас обратно. Скучновато. Нарушение и штрафной удар. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Бендер. Положение вне игры сигнализирует Лансман. Двадцать минут до конца основного времени матча. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Мяч летит в штрафную площадь. Головой бьет он по мячу. Бах! И это гол! И это его третий гол. Хет-трик он оформляет сегодня. Итак, это его третий мяч в сегодняшней игре. Ну что, по-моему, однозначно лучший игрок матча. Да, действительно, я думаю, что он заслужил такой титул по итогам сегодняшней встречи. А если бы вратарь сейчас не попал по мячу, что бы было? Иванович. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Тут может что-то получиться. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Пас с фланга. Пробил головой он. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Жака. Пас в штрафную. Джерард. Гол. Высший пилотаж в игре на втором этаже. Знатный гол получился. Что и говорить. Справа фланга здорово подал в штрафную. Только что в обертку не завернул. Да, таким подарком грех было не воспользоваться. Вот смотрите, поймал момент, пробил. И вратарь там, конечно, ничего уже сделать не мог. Георгий, у меня другой вопрос. Где были защитники-то, а? Почему они позволили пробить со второго этажа? Пьер. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Ибрагимович. Хотел тонко сейчас сыграть, но где тонко, как известно, там и рвется. Джака. Рамос. Великолепный пас. Отличный кросс. Опасная подача, но защитник на месте. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Отлично задуман. Удар. И на месте голкипер. Пока неплохо. Навес. Этот навес становится легкой добычей защиты. Шикарный момент!
И это просто шедевр. Счет растет, разрыв растет, и вратарь не может ничем помочь своей команде. Да, бывало, что он спасал, вытаскивал матчи, но вот сейчас совсем другая история, совершенно другая. Какая боль! 5-0. Закончен матч. 5-0. Припев все знают, я думаю, наизусть. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. И как пробил! Гол! 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 Пол команды обыграл! Ничего себе! Давай, решай! Бах! Надо забивать и гол! Мяч летит в штрафную площадь. Головой бьет он по мячу. Бах! И это гол! Пас в штрафную. Джера! Гол! Высший пилотаж в игре на втором этаже. Навес! Этот навес становится легкой добычей защитника. Шикарный момент! И это просто шедевр!